Встаем, просыпаемся. Просыпаемся. Следует отметить, что это пробуждение было не ранним утром, а во второй половине дня. Можно предположить, что рабочий режим у этих товарищей ненормированный и, скорее всего, круглосуточный. А познакомились с ними сотрудники Федеральной миграционной службы прямо на месте их работы, которая по совместительству является и временным домом. Сегодня сотрудниками 6-го отдела Управления Федеральной миграционной службы по Московской области проводилась внеплановая проверка на территории промзоны деревни Горки Ленинского района, вот, где был выявлен цех швейный, в котором находились лица порядка 56 человек азиатской внешности. На этом так называемом производстве шили ни много ни мало, а продукцию компании «Адидас», и трудились над ней граждане Вьетнама. Я документы готовит домой, поэтому это и так я ничего не понимаю, совсем вообще. Понятно, что эти творцы фэшн-индустрии не самостоятельно организовали бизнес. Помещение бывшего тепличного комбината совхоза имени Владимира Ильича было на законных основаниях арендовано у организации «Либергрупп». Они, конечно же, в помещение никогда не заходили и о работниках легкой промышленности ничего не знали. Не моя обязанность проверять каждое помещение, что там и как происходит. Периодически это производится, но не каждый день. А теперь они находятся в поисках арендатора. Ищет полиция, ищет кто там еще, но не могут найти пока. Ну а пока ищут владельца, контрафактный товар и швейное оборудование изъято. По факту нарушения миграционного режима и незаконного использования товарного знака проводится проверка. Елена Бабина, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.